У врага не всегда слишком явно очерченный профиль. А у жертвы и боль, и обида сильнее ума. Нарождается месть из-под кем-то разрушенных кровель, не всегда разобравшись, кто именно рушил дома. И не каждый способен заметить, что в эту минуту чья-то тень обернется с кровавым подбоем плащом. На разборках своих и чужих во вселенскую смуту каждый раз непременно присутствует кто-то еще. А пока улетают и радость, и смех под небесью, и соседями кажутся те, кто живут за холмом, но достаточно первой бутылки с горящей смесью, чтобы кто-то сказал: «Замечательно, дальше само». И наступит война меж потомками Сима и Хама, и вчерашний пророк будет с пеной у рта запрещен. А чекист в это время спасает стихи Мандельштама между долгом и совестью, выбравший что-то еще.